Рабочая неделя подходит к завершению, а жара не сдает свои позиции. Многие жители и гости округа пользуются общественным транспортом и находятся на остановках под палящим солнцем. По инициативе местного отделения «Единой России» сторонники партии вместе с активистами «Молодой гвардии» провели социальную акцию по раздаче охлажденной бутилированной воды пассажирам городских троллейбусов. Нашу инициативу поддержали представители МУП «Видновский троллейбусный парк». Сегодня вместе с ними мы раздаем пассажирам, гражданам, жителям, ожидающим общественный транспорт на остановочных пунктах, раздаем им бутилированную питьевую воду. В рамках акции более 200 бутылок воды раздали жителям, тем самым напомнили о необходимости соблюдать питьевой режим в жаркую погоду. Здравствуйте, девушки. Как настроение? Водички прохладные все. Берите, пейте и охлаждайтесь. Зачем нас фотографируете? Как зачем? Потому что красивая, красивая девушка, надо фотографировать. Бесплатно. Всех призываю пить больше воды, наверное, воздержаться от потребления алкоголя, горячительных напитков, может быть, даже и кофе, и чая в такую жару, находиться по максимуму в тени, обязательно смотреть за детьми и за людьми пожилого возраста. Для видновчанки Людмилы Медведевой такое мероприятие стало приятным сюрпризом и прекрасной возможностью утолить жажду и охладиться в ожидании общественного транспорта. Так вкусно, что просто, как это, по усам течет. Ну что, замечательно. Такая жара и вода просто необходима всем, а тем более нам, дачникам. Добавим, что в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Призываем всех граждан все-таки в такое жаркое время по возможности оставаться дома и откладывать все свои дела на более позднее время. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров достигнут отметки 33 градусов, и осадков при этом не ожидается. Поэтому будьте осторожны, не допускайте перегрева и пейте больше воды. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.